Сегодня на аппаратном совещании глава региона Ирал Тогжанов объявил о новых назначениях. Новым первым заместителем акима области назначен Серик Амангалиев. Свой трудовой путь он начал в 1983 году учителем средней школы села Махамбет в Атырауской области. Также трудился он и на должности акима в Атырауской области, и новый зам акима будет курировать вопросы в сфере строительства, энергетики, ЖКХ, архитектуры и транспорта. Аким области также представил нового руководителя управления здравоохранения. Этот пост занял Талгатбек Бапиев. Трудовую деятельность он начал в январе 1996 года медицинским братом в областном центре психического здоровья города Семипалатинска. В период с 1996 по 2010 годы работал в различных медицинских учреждениях. Ирал Тогжанов пожелал им плодотворной работы на благо общества и страны.